На прошлой неделе в Эстонию, разумеется, в Таллин прибыли первые беженцы из Украины. Тогда же в столице более чем оперативно открылся центр встречи беженцев, и тогда же Министерство социальных дел поблагодарило таллинские власти за столь своевременно оказанную помощь беженцам, а главный город Эстонии выразил готовность к дальнейшему гуманитарному сотрудничеству. Новый центр работает уже неделю, и для многих именно он становится местом самой первой остановки на непростом и полном драматизма пути спасения от войны. Так, знакомый многим таллинцам дом бывшей управы ПХЯ Таллина обрел совершенно новую жизнь. Сегодня его посетила посол Украины в нашей стране, которую мы попросили поделиться впечатлениями от этого центра, через который прошли уже сотни людей. Из того, что я увидела, как работает этот центр, меня очень впечатлило. Очень хорошая логистическая поддержка, психологическая помощь, медицинская помощь, техническая поддержка на высоком уровне. Людям помогают заполнить необходимые бумаги. Люди могут сдать экспресс-тест на COVID. Люди могут получить информацию, в каком отеле они могут получить ночлег на один месяц. Я вижу, что Таллин проделал очень хорошую работу. Верховный комиссар ООН по делам беженцев 6 марта сообщил, что число беженцев из Украины с начала военных действий превысило 1,5 миллиона человек. Ранее в ООН прогнозировали, что число беженцев к июлю может составить 4 миллиона. Большинство из них пересекает западную границу Украины, кто-то остается в Польше, которая приняла основной удар. Есть и те, кто едет дальше, в том числе и в Эстонию, как на машине, так и на автобусах, которые с территории Польши организует наша страна. Если раньше говорили о 2000 беженцев, которые могут приехать в Эстонию, то последние дни звучит цифра готовности принять до 10 тысяч. Основная нагрузка наверняка придется на самое крупное самоуправление, а именно Таллин. В те минуты, пока мы говорим, уже порядка 9 тысяч человек в Эстонию прибыло, и понятно, что прибудет еще, поскольку поток беженцев из Украины продолжает расти. Мы будем принимать столько беженцев, сколько людей сюда прибудет, но я думаю, что очевидно, что не все из них останутся на постоянной основе в Таллине. Уже сейчас мы знаем, что из прибывающих сюда людей где-то порядка 1/6, 1/7 точно планируют двигаться куда-то дальше, в другую страну. Решение судьб беженцев еще в самом начале. Позже придется решать вопрос о возможностях получения работы. Дети должны будут попасть в детские сады и школы. Но сегодня важно то, что первые проблемы уже решены, хотя решение остальных проблем все еще впереди. Но главное, что жизни людей спасены. Сергей Овченков, Александр Цукерман, Роман Васильев. Новости Таллина.